un utilisateur bi. Dis plus. Je manque des poules. Un vote pute. Что снимаешь? Первый канал. Какая-то криминальная хуета. Реклама. Туалетный человек. О, бля. Ну, Рома, солистка группы Виагра. Неожиданно два стриптизера, которые начали изображать по песне «Плохая девочка». Ой, я, кстати, офигею с этого, с Муз-ТВ. Там есть какая-то ведущая. Ну как же ее зовут? Рома, ты знаешь ведущих Муз-ТВ? Знаешь. Я никак не могу вспомнить. Известная тетка там. Она такая тупая. Я не могу вспомнить, как ее зовут. Анфиса Чехова? Да нет, нет. Я как-то не русская какая-то фамилия. Ужас. Моя любимая ДТВ. Самая тупниковая. Надеюсь, сейчас начнется какие-нибудь судебные страсти. Мой сосед сосал моего часа. Поэтому, когда он не отметился после встречи с семьей, я начала ему звонить домой. Это наша клиент. Нет, не изменилась. Он звонит? Ей пишет. Аня, амазонка.